приветище! Ты находишься в моем убежище, да, у меня такое крутое убежище, я прям сам в шоке от него, смотрю, что у меня тут есть, огроменный сейф. Вот, денег у меня здесь, конечно же, нету, но это временно, мы сейчас с тобой раздобудем все деньжищи. Есть крутой компьютер, компьютер нужен в основном для тех, потому что я старика, ничего не соображаю в компьютерах. Так, пойдем, выйдем отсюда. И осмотрим мое убежище. На самом деле, это не совсем убежище, это радиовышка. Вот такенная вот радиовышка. Радиостанция, кому как угодно. Если ты хочешь понять, что здесь вообще происходит, я тебе сейчас объясню. Люди разбились на банды. У каждого есть свое убежище, и каждый по ночам вылазит на вылазки, чтобы ограбить какой-нибудь магазинчик или еще что-нибудь, ну и прочее-прочее. У всех есть вот такие вот рюкзаки, есть пекали. У кого-то есть транспорт, я пока что еще бомжар, у меня нет транспорта. Вот, поэтому мне приходится добираться до места, где я достану денег на Ишпешком 2, это мой транспорт, это мои ноги. Попробуем сейчас дойти до города и что-нибудь там интересненькое найти. Конечно, радиовышка — это классное убежище, но добираться от него до города и потом обратно — это очень далеко, без машин это проблематично. Так, я нашел первое местечко, что это такое, давай зайдем посмотрим, что у нас там. Так, здесь никого нету. Членов другой банды тоже нету. Вид от первого лица сделал. Так, это магазин мебели. Мебели. Мы можем стащить отсюда мебель. Давай возьмем столик. Берем столик. Опачки! И нет столика. Он поместился в мой мини-рюкзак за спиной. Каждый столик стоит $60. А вот диван стоит $90. Давай диван заберем еще. Отлично. Так, все заберем. Что у меня место еще есть? Я могу с собой унести предметов на 500 баксов, так что... Все отсюда. Тостеры, конечно, заберем. Светильники забрал все. Тостеры заберем тоже все. Мне все пригодится. Так, я думаю, что тостеры я заберу все. Воу, они респавнились. Блин, по-новому придется грабить магазин. Столько трудов и все зря. Так, забираем столик. Пока я грабил этот магазин, привезли новые товары. О, прикол. Ну и вот этот столик я заберу. А, все, мест нету. Блин, придется возвращаться на базу, на свою радиовышку. О, кстати, а коробки? Не, коробки я не могу стащить. В коробке бы все сложил и потащил бы к себе на радиовышку. Фух, ну ладно, потащили все это ко мне на базу. Наконец-то, я на своих двух добрался до этого местечка. Капец, надо же было такое убежище выбрать. Да блин, здесь еще и дверь запилена. Надо вот сюда зайти. О, да, здесь открыто. Так, мой сейф. Заходим сюда и скидываем балласт. Депозит кэш. Смотри, сколько кэша мы выручили за продажу мебели, которую мы стащили из того магазина. Так, ладно, выходим. А теперь пошли посмотрим какие-нибудь другие магазины, где можно неплохо так нажиться. Опа, вижу цель, смотри. Там есть бандюган, он куда-то бежит. Давай-ка за ним проследим. Если мне удастся его схватить, то я получу все, что он награбил. Но он куда-то исчез. А нет, вон он прыгает, смотри. Так, достаем пушку. Сейчас мы попробуем его поймать. Вот так вот, вот так вот. Стреляй по нему. Есть! Есть! По-моему, у него ничего не было, он был пустой. Пипец. Так, я здесь, кстати, вижу доски. Доски, песок. Надо это все забрать для укрепления моей базы. Забираем досочки, забираем песочек. Построим дамбы. Ну, сделаем все, чтобы было сложнее пробраться ко мне в убежище. Ведь в мое убежище тоже может залезть какой-нибудь воришка и стащить все, что я награбил. Так что здесь нужно быть очень проворным. Так, деревяшечки. О, как прям пачки тут стоят. Забираем. Это тоже забираем. А, все, у меня рюкзак полон. Я понял. Тогда идем. О, смотри, машина стоит. Может, я ее смогу взять? А здесь чье-то убежище. Видишь, красные лампочки горят. Вход запрещен. Убежище защищено. И значит, что там кто-то есть. Попробую сейчас в машину залезть сперва. Нет, в машину просто так не залезть. Ясно, может, она сломана. Ну что ж, давай попробуем зайти в чужое убежище. Может, не фартанет? У меня, правда, никаких приспособ нет для этого. Поэтому пошли быстренько найдем здесь какой-нибудь магазинчик. Воу-воу-воу, тут кто-то стреляет. Пальба, пальба. Кто в кого стреляет? Где, откуда? Так, быстро идем в парковочку. Опа, зелененьким горит. Может, мы сейчас сюда спрячемся. Быстрее, быстрее, быстрее. Деревяшечки стоят. Так, заходим. Нет, не зайдем. Беда. Ладно, достаем пистолет. Будем наготове. Вот он. Воу-воу-воу-воу. Воу, у него, по-моему, узиха была. Блин, хорошо, что я был без денег. О, я очнулся у себя на базе, отлично. Интересно то, что я набрал там куча песка и досок. Нет, они здесь остались, отлично. Пойдем-ка сейчас сделаем баррикады вот здесь вот. Здесь я поставлю вышечку.
Вот так вот. Ну вот, вот здесь вот более-менее какую-то защиту поставил, если что, буду отстреливаться. Ну и вышечка, конечно, меня спасет, если... Мне бы на нее взобраться, только... Оп, корявая вышечка немножечко, но с нее все хорошо видно. Обзор очень хороший, классный. Знаешь, что я еще хотел? Я еще хотел, чтобы Кеха мне показал, что там у нас в компьютере. Пойдем-ка, Кеха, научи мне пользоваться этой штукенцией. Так, значит, румс, комнаты. Ага, я могу прикупить себе гараж за $200. Могу... купить двери, либо установить сигнализацию. Ладно, давай вначале купим гараж, посмотрим, что это мне даст. Мы купили гараж, пойдем теперь смотреть на него. Вот эта дверца у меня появилась, заходим. Воу, крутой гаражик. Надо подойти к компьютеру и, видать, купить машину. Блин, ну тут машины, конечно, очень дорогие, и на них еще копить и копить надо. Ночью можно делать всякие грязные делишки, так что приступим. Так, куда бы залезть? О, смотри! Смотри его в этом магазине. Ага, я видел тебя. Так, пойдем-ка тоже в этот магазин зайдем. Может, там что осталось еще после этого грабителя? Dix Dax. Магазин так называется. Ужас, ну и название. Что он здесь продает? О, да, он здесь все обчистил. Почувствуем запах реальной жизни. Так, спускаемся. Опа. Эй, здесь кто-нибудь есть? Да, по-моему, кроме плавающих какашек, по которым я бегу, здесь ничего нету. Поднимаемся. Да, недалеко я, конечно, убежал. Здесь вылез, а там залез. Гениальная канализация. Смотри-ка, желтенький прикольненький домик. Ну-ка, пойдем зайдем сюда. Что? О, да тут есть чем поживиться. Забираем. Забираем, пока хозяев нет дома. Кто-то едет на тачке. Проехал кто-то. Вон она тачка. Ай-яй-яй. Куда он едет? Чего грабить будет? Слушай-ка, а тут что такое? Смотри-ка. Тут есть какой-то проход. Ага, ничего ж себе. Ну а смотри-ка, могу пистолетом это все ломать. Здорово, я зашел, я куда-то пробрался-то, куда непонятно. Значит, ты... О-о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 -
Идем дальше. Пробиваем дверь. Перезарядочка. Так, что у нас здесь? Есть там кто? Деньги есть, я вижу деньги. Есть, взломали сейф. Так, заходим. Деньги бери, бери деньги. Да что такое-то? Все, забираем все деньги. Так, так, все, здесь было награждено. Все, в этом убежище было. Ай-яй-яй-яй. Блин, не успел выйти. В этом убежище было $430, все. У нас настало утро, мы сейчас заглянем в магазин Dig Dax. Есть, здесь есть лопаты. Ты только глянь, сейчас лопаточки возьмем. Есть горшки, а нет, это не горшки, это ведерки. И какие-то растения непонятные. Забираем это все. Сейчас наваримся. Мебель есть, теперь можем дачу открывать. Депозит кэш. Отлично, у меня $762. Чё я там могу за $762 прикупить? Ну, разве что только дверь укрепить. Ну, давай попробуем это сделать. Дверь укреплена. Во, смотри, какая у нас теперь дверь у сейфа. Будет ее сложнее взломать. Ладно, пошли. Бегу я, бегу такой. И помнишь предыдущее убежище, куда мы заходили? Здесь, короче, есть еще один проход в это убежище. Давай зайдем и посмотрим. Ага, вижу дверцу. Блин, надо ствол где-нибудь достать помощнее. Надеюсь, хозяина дома нет. Так, заходим быстренько, быстренько. Деньги, деньги. По-моему, здесь нет денег. Сейчас посмотрим. Нет, деньги есть, отлично. Ого, кажется, он пополнил сейф. Все, 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 валим. Валим, быстрее отсюда валим. Опа, быстрее бежим. Ай, погоня, погоня. Ё-моё. Да блинский блин, да что ж такое-то не получается у меня, стучит у него деньги. Какой-то фейловый грабитель из меня получается, не могу ограбить другого вора. Воу-воу-воу-воу-воу, ты глянь только. Джип по горам прыгает.
О, да там автомат! Кто-то взял автомат в руки. Ты только глянь. Перестрелыч! Ой, куда я попал? Ой, атас попас. Да. Ну что поделать, я нуба вор, нафиг. Меня тут укокошить как делать нефиг. У меня нет никакого вооружения, кроме пукалки. Я-то возымел, что я самый крутой здесь, ага. Фигушки. На маслице. Ух ты, смотри, там тачка. По-моему, это банковская тачка, и у нее задние двери открыты. И там деньги. Ну-ка, побежали туда быстрее. Надеюсь, это не приманка. А то сейчас попадусь, блин. Опа. Пальба. Кто? Где? Может, в настройке кто-то был? Смотри, какие там коробки. Чё же там? Это деньги! Деньги лежат. Так, надо быть аккуратным. Очень аккуратным. Подбираем деньги. Есть. Сколько денег здесь? Да не, на самом деле 32 и 32 доллара. Ну, как бы, ну. Ну, что это такое? 80 баксов только поднял. Это разве инкассаторская машина, а? Может быть, уже тут до меня кто-то побывал просто. Так, ладно, поднимаемся выше. Надо куда-нибудь... Надо занять позицию повыгоднее. Что у нас здесь? Опачки, а это, по-моему, банк. Ну да, здесь кассы, вот, деньги выдают. А туда не пробраться. Здесь бронированная дверь. О, так тут мебель есть. Ладно, если банк нельзя ограбить, то можно стащить хотя бы мебель. Это чисто по-нашему, по-нищебродскому. Что-то же я должен утащить отсюда. Во-во-во, перестрелочка, перестрелочка. Где? Слышу, но не вижу. Еще одна инкассаторская машина. Вон, видел чуваков. Быстрее. Так, где? Кто? По-любому там кто-нибудь раненый есть. Ай, блин, патроны. Все. Кончилась девочка. Так, аккуратненько. Патроны. О, с двух сторон. Мои деньги. Не.